В галерее «Фирст» открыли выставку работ художника Александра Устинова. Выпускник военного училища после службы поступил на отделение монументальной живописи. В своих необычных картинах он отражает современную жизнь. Консервированная жизнь, которую мы ведем, она сублимирована, она выжата в определенные образы, но в любой нормальной работе заключен смысл, который содержится в нашей жизни. Галина Власова приехала в Химки после выхода на пенсию. Активно интересуется культурой и историей, поэтому появление галереи восприняла с энтузиазмом. Сегодняшняя выставка – это вообще уникальная. Посмотрите на все. Посмотрите на автопортрет, на все картины. Они вызывают такое раздумье. Их просто сразу так вот и не поймешь. Надо походить, посмотреть, полюбоваться. Поздравить мастера с открытием выставки пришли коллеги, начальники территориальных управлений и преданные зрители. Здесь художник представил почти два десятка своих работ.